Работает, вот горит синий. Можно включить красный, можно включить зеленый, можно включить опять синий. Друзья, Вот. всем привет. В общем, купил сегодня светофорию вот такую вот светодиодную ленту. Работает от пульта, то есть можно на пульте менять цвет свечения. Я еще так понимаю, здесь есть какие-то режимы. Вот это что за кнопки, я пока не знаю. Но сейчас будем распаковывать. Подключим ее сначала так к сети, потом повешаем уже. И разберемся. Такая лента стоит 5 метров, 309 рублей 90 копеек. Мне кажется, цена прям очень низкая. Куда-нибудь в автомобиле ее прикрепить там в салон. И будет, мне кажется, очень круто так с пульта управлять цветом. Ну и еще купил такую вот обычную гирлянду 10 метров. То есть 10 метров это достаточно много. За 130 рублей. То есть цена очень низкая. Сейчас тоже ее подключим. Будем смотреть, как работает. Гирлянда вот 100 ламп, 8 режимов, 130 рублей 90 копеек. Так, предлагаю сначала включить вот эту вот гирлянду, посмотреть, что там внутри, а потом уже перейдем к этой. Этой так внимания особо не будем уделять, так просто ее включим, вешать никуда не будем, а с той уже, ту уже повешаем. Сначала так, конечно, включим, а потом уже повешаем. Вот так вот выглядит гирлянда, ничего, коробочки больше нету. Распаковываем и включаем розеточку. Смотрим, вот. Вот так вот она светится. Представляете, 10 метров. Сейчас я вам все это покажу. Друзья, ну вот такая вот светодиодная лента. Ой, гирлянда. Стоит всего 130 рублей. Посмотрите, какая она длинная. То есть цена, мне кажется, вообще подарок за такую светодиодную гирлянду. Ну, обычная гирлянда светодиодная, не знаю. Так, ну ладно. В общем, разобрались, как работает эта гирлянда. Переходим к основной, самой интересной. Сначала просто включим ее в розетку, посмотрим, как что работает, а потом уже, так сказать, повешаем ее куда надо и все вам покажу. Друзья, переходим к основной, так сказать, нашей гирлянде, к ленте светодиодной, кто как называет. Тут на скрепках закреплено. Одной рукой, конечно, не очень удобно. Так, друзья, ну что, открыл упаковку. Достаем все содержимое. Вот такой вот рулон светодиодной ленты. Далее у нас идет пультик. Интересно, есть ли батарейка внутри. Да, есть, вот такая была специальная задвижка, чтобы батарейка не работала, не села раньше времени. Так, дальше у нас такой вот блок управления, я так понимаю, сюда приходит все с пульта. Ну и, соответственно, соединяется с лентой уже. И идет... А, ну вот он, приемник с пульта. Так, и ну и сам блок подключения. Лента у нас выглядит, получается, таким образом. Есть у нас двухсторонний скотч. Его отлепляем и клеим ее куда захотим. Ну, это уже попозже. Сейчас самое интересное, как меняет режимы. То есть вот так ее размотаю. Думаю, будет достаточно. Сейчас все соберу, подключу и продолжу. Все, розетки, гирлянда, точнее, лента сразу начала мигать. Берем пультик. Нажимаем off. И что? А, это он. Вот off. Все равно ничего не происходит. Так, давайте разберем, посмотрим, есть ли там батарейка. Батарейка есть. Ставим ее назад. Может, что-то там не прикасалось. Ставим назад батарейку. Сейчас давайте еще раз попробуем выключить гирлянду. Не отключается. Пробуем. Цвета у нас тоже не работают. В общем, с пульта у нас ничего не происходит. Может, нужно зажимать. Так, off зажимаем. Тоже ничего не происходит. Давайте попробуем направить прям к нашему. О, все. То есть, вот так вот все работает, только сблизи получается. А, ну все понятно. То есть, именно нужно направлять только на... приемник. Так, ну что, включаем. Горит у нас разными цветами. Включаем, например, зеленый цвет. И у нас горит почему-то синий-зеленый только. Вот видите, синий-зеленый. Далее мы включаем красный. А, ну вот, только красный, только синий. А тут уже можно цвета соединять. То есть у нас идет три линейки цвета. Мы включаем красный на одной. На второй мы включаем, например, синий. Синий, вот у нас горит. Все равно не могу разобраться.
Так, ну, попробуем режимы свечения. Так, не туда, вот. Вот только красный, только зеленый, только синий. Далее включаем. Можем добавлять. А, то есть я понял. Включаем синий и добавляем к синему любой цвет. Смотрите, то есть включаем, например, синий, вот тут-то. Основной синий, да, у нас. И к этому синему можно добавить любой из этих цветов. Например, розовый. Оп, добавили розовый. Например, надо зеленый. Включаем зеленый. И к нему добавляем, например, синий. И горит у нас синий-зеленый. Включаем красный. И к нему добавляем, например, тоже красный. Но горит почему-то зеленый. Странно. Ну, в общем, гирлянда, ой, лента мне очень понравилась. Сейчас ее установлю и уже покажу, как ей буду пользоваться. Обязательно нужно вывести вот эту вот штучку, чтобы она смотрела на пульсе, да. Отключаем, подключаем и все показываю. Ну вот, повесил гирлянду, вот так это работает. Вот горит синий, можно включить красный, можно включить зеленый, можно включить опять синий. Можно смешивать цвета. Вот тут есть всякие режимы. То есть вот так горит, вот так горят, как хотите. Но мне вот больше нравится именно какой-нибудь однотонный. Сейчас что-то не включается. Поближе подходишь, и вот все включается. Так это выглядит без света. Вот мне самое нравится вот этот синенький. Ну, я думаю, если подрезать вот эти углы и оставить только под гординой, будет намного лучше.